Всем доброе утро, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами новостями. У нас сегодня обещают 38 в тени. И я посмотрела по прогнозу погоды. Такая погода 2 недели ближайшие. Вот, засушливая, жаркая погода, смотрите. Вот. 37, 38, 36 в тени. И так вот будет 2 ближайшие недели. Я сегодня вышла на улицу, я сейчас вам сниму, смотрю на сливу, у нас очень большой урожай сливы обещал быть, но она у нас начинает раньше времени как-то нездорово синеть и опадать. Я понимаю, что просто сохнут деревья. Я вылила ведро воды под сливу, и она просто ушла. Я бросила шланг туда, прям под сливу вынесла на улицу, бросила под сливу. И вот уже где-то полчаса льется, и даже лужи никакая не образовывается, все высыхает, все сохнет. Я заливаю каждый день вот свою маленькую плантацию, вот эти 20 квадратов земли, и к обеду оно все высыхает, как будто ничего и не было полито. Вот, и я думаю, слава богу, что у меня не 10 соток, что у меня не засажены сады. Это просто, я бы просто там на огороде проводила весь свой досуг, скажем так. А вчера я весь день работала, сегодня у нас понедельник, вчера был воскресенье, у меня был воскресенье рабочий, ну, может, пятницу, субботу я отдыхала. И вчера из последних сил сидела, фотографии обрабатывала, и... Ну, очень сильно хотелось спать, и я прямо из последних сил думаю, ну вот, сейчас доделаю. И все пришло к тому, я спать, работу закончила где-то в 9:30 вечером, и уже когда спать легла, я просто тупо не могла заснуть. Я весь день вот так хотела спать, сейчас, кстати, я тоже сонная, ужас. Заснула только в 3 часа, вот где-то в 3:45 так. Потому что, ну не знаю, какая-то странная усталость. И сейчас проснулась вот такая вот вся чумная. И вот уже 8:30 я только села за компьютер работать. Вот, я каждый день выхожу и поднимаю, вот сливы валяются. Вчера тоже поливала эту розочку, тоже под нее вода льется, и никуда не растекается. Земля полностью вся просохла, все сохнет. В Краснодаре все деревья высохнут, все будут листья опадать, так каждый год. Сейчас смонтировала для вас видео, поставила на экспорт и загружаю бедный мой компьютер. Я, в общем, им пользуюсь по полной. Сейчас включаю Lightroom. Ой, кстати, Lightroom-то мне нужен Photoshop. В общем, и Lightroom у меня получается экспорт идет на Premiere. У меня еще Photoshop запущен, Lightroom только что выключила. И сегодня нашла старый альбом «Иванушек» и слушала все песни. У меня прям вот такая вот, хочется сказать, диск, вот такая вот кассета была, это я ВКонтакте. И слушала песни, прям, знаете, я помню, как я во 2-й класс ходила, и появилась песня «Тучи». Кстати, мне из всех троих нравился черненький Кирилл, мне прям он очень нравился. Рыжий мне вообще не нравился. Я особенно на этой фотографии думаю, как девчонка здесь. Вот. В этом альбоме, ну не считая «Тучи», моя самая любимая песня была... Так, где она? О, вот. Все
сегодня обрабатываю фотографии и слушаю альбом детства. Вы знаете, музыка — это как запахи, маячки, которые отправляют далеко в прошлое. Ты вспоминаешь то, о чем уже давным-давно забыл. И вот я вся повесила на стене вот такую, у кого-то была такая кассета. В основном, когда обрабатываю фотографии, я, конечно же, люблю что-нибудь посмотреть. Это увлекает, как бы ты сидишь, обрабатываешь, ну и в основном слушаешь что-то. Иногда аудиокниги слушаю, иногда какие-то фильмы слушаю. Это для того, чтобы была возможность не уходить с рабочего места. Ну а когда монтирую видео, такое уже не прокатывает. Там нужно полностью внимание и слуховое, и зрительное. Вообще, когда я монтирую видео, я прошу всех, пожалуйста, мне нужна тишина. Но у меня здесь вот окошко, и за этим окошком у меня пушок соседский. Он как начинает лаять, иногда просто невыносимо. Поэтому мне нужно будет здесь ставить хорошие окна со звукоизоляцией хорошей, потому что ну, для меня во время монтажа это критично. Для меня утро не совсем-то и доброе было, потому что, во-первых, лаял пушок. Да, сегодня утром был сумасшедший дом. Максимка сейчас обедает, а я не стала обедать. Нарезала себе овощной салатик и поела просто салатик. Сварила немножко компотика, у нас там вишня, вот эта, которая над помидорами, которая... Там совсем чуть-чуть ягодок было, хоть что-то досварила. Алёша говорит, давай спилим вишню. Ну, там к ней не пробраться, к этой вишне, и ягод не так-то много. И не подобраться. Алёша говорит, давай спилим её, как раз соберёшь ягоды. Я говорю, сейчас её спилишь... Она мало того, что трухлявая, на ней муравьи, она еще и упадет прямо на помидоры. Закон подлости 100 пудов сработает с этой вишней, пусть она уже стоит. Я там вокруг нее посыпала, чтобы муравьи с ней не лезли. Они каким-то образом пробрались к нам домой. Ну, это вы могли видеть по вчерашнем влоге. Вот, пока с вами болтала, снимала листочки сухие. Все сохнет. Я дома поливать цветы стала каждый день. Драцену тоже часто поливаю. Сейчас жарко. Достала рыбку размораживаться. Мороженое. Так. Пикша. Рыба называется пикша. Никогда с Лешей ее не жарили. Первый раз такую купили. Сейчас я сначала цветочки подрежу. Я их, кстати, не достаю из упаковки, потому что они так, как будто у них какой-то свой микроклимат, и они так дольше стоят, потому что сейчас жарко, у нас кондиционера нет. А так они у меня долго стоят, я их каждый день подрезаю. Так, в такой жаре они уже, мне кажется, без упаковки. Я вообще не люблю, когда розовые упаковки. Но думаю, в такой жаре они у меня уже умерли. Жарю сейчас рыбку. Надо будет рис пересыпать. Сварила рис. Я обожаю рыбу есть с рисом. Вот прям люблю, чтобы рис был недосоленный или вообще не посоленный. Поливать его... соевым соусом и с рыбкой. Прям очень вкусненько. Вот. И сейчас стала читать комментарии. Очень много советов, почему у меня закручиваются огурчики. Ребят, ну что бы я без вас делала? Я, кстати, вчера, пока занималась ретушью и смотрела видео, как правильно выращивать огурцы, там стрим мужчина проводил. Я, кстати, ставлю таймер. Сейчас вернусь. О, рыбка разваливается прям. Мягенькая. Я ее... контейнер складываю. Ой! В общем, смотрела стрим, но когда мужчина стал рассказывать о подкормке огурцов, я вчера сразу же бросила все дела и сразу побежала подкармливать огурцы. Они уже у меня были хорошо политы. Я их просто подкормила и все. У меня там специальная подкормка калий, магний, фосфор специально для огурцов. Тоже подумала, наверное, подкормки не хватает. Но ваши советы, без них я не знаю, что бы я делала. Очень помогают. Рыбка прям рассыпается, разваливается.
здесь не дожарила. И крышечкой всегда накрываю, потому что боюсь, что она плохо прожарится. Вот такая вот рыбка. Сейчас, кстати, попробую, какая она на вкус. Вкусненько. Ой. Ой. И сейчас рыбку жарю и читаю ваши комментарии. Вообще, ребят, так приятно. Столько добрых, хороших комментариев, столько хороших людей смотрит мой канал. По поводу друзей многие написали, что почему у Макса нет друзей. Ребят, ну, все там элементарно просто. Просто я снимаю только то, что вижу, то, что происходит рядом со мной. А ребенок, когда к нему приходят друзья, я считаю, ну, это некорректно, если я буду выбегать с камеры и такие, ха-ха, улыбнитесь. Помашите подписчикам. В общем, ну это как бы ну, не совсем хорошо. Вот, а друзья и подруги у Макса, конечно же, есть. Еще сейчас пришла смс-ка. Пришла смс-ка, там все написали, что... Тридцать первого, по первое ожидаются сильные дожди. Так что жара жарой, а дожди нам все-таки обещают. Таймер на 4 минуты. Нужно себе таймер нормальный, кухонный. Я в Икее покупала, он сразу развалился. Вот прям сразу развалился. Таймер себе ставлю, потому что... Ну, иногда могу отвлечься и потеряться во времени. А тут я точно знаю, что за это время оно будет готово. Так, что я вообще хотела посмотреть? МЧС информирует, с 29 июня по 1 июля местами в Краснодарском крае прогнозируется сильный дождь с грозой. Градом и ветром до 20 метров в секунду. Все здорово, кроме града и ветра. Дождик нам необходим, а вот град с ветром нам вообще не нужен. Ну, слава богу, хоть дождик пойдет. Дай бог, чтобы он мимо нас не прошел. Только один дождик, и все. Так что давайте вернемся к друзьям. Мы еще в прошлом году, когда сюда переехали, еще не успели вещи разложить. Тут уже кричали: «Максим, выходи гулять!» Макс очень быстро друзей себе находит. У него тут и друзья к нему приходят, зовут гулять, гуляют с ними. И девчонки приходят. Но вы не переживайте, у нас все хорошо. Не волнуйтесь. Я уже знаю, мы с вами как одна семья. Вы уже переживаете, волнуетесь. Некоторые даже мне пишут сообщения, что я некоторым людям в снах снюсь, мой огород и все такое. Я, когда выпускаю видео, я сразу так думаю, так, я подожду немножечко время, выжду, а потом начну читать комментарии. Тоже любительница почитать ваши комментарии. Извините, если не всем отвечаю, но лайки стараюсь всем поставить. Так, это у нас с Максом уже ужин. Рис. Огурчики и рыбка. Сейчас попробуем, кстати, как она на вкус. Максимочка, иди кушать. Алёша сейчас еще на работе. Вот так вот себе. Соус. Соевый. И рыбку. Она мне чуть не досолена. И Максу соус соевый. Он любит его, но не знает об этом. Все. Ну все, садись, кушай. Микушечка тоже рыбку любит, кстати. Жареную. Сырую не ест, а жареную за обе щеки уплетает. Вкусненько! Ну, рыбку я уже попробовала. Костей мелких нет и очень вкусная рыбка. Приятного всем аппетита! Сегодня видео решила смонтировать на ноутбуке, и, кстати, уже его все смонтировала, кроме вот этого кусочка, который снимаю в данный момент. Нужно его ставить сюда.
в общем, потому что уже надоело там сидеть в кабинете. И сейчас домонтирую, пойду обмываться и буду ложиться спать. Рыбка всем понравилась. Лёша пришел с работы, покушал, ему тоже понравилось. Максиму прям, говорит, очень вкусная. И еще и кошечек покормила, ну вы видели. И Микушечке досталось, в общем. Сегодня у нас понедельник, рыбный день. Ну а вам, ребят, на этом всем всего доброго, всего хорошего. Пока, я вас всех люблю.